В 10 лет все чего-то боятся. Он боится даже сэндвичей с тунцом. А от заноса в ногах, видишь ли, появляются тромбы. Записал его в секцию бейсбола, так он всем стал расписывать, сколько опухолей мозга вызвано ударами мяча по голове. Смотрите, Ричи Тайлер приперся. Ну он и вырядился. Эй, Тайлер, ты на Луну собрался? 8% бытовых травм люди получают на лестницах. Еще 3% на деревьях. Езжай в строительный магазин, купи фунт таких гвоздей. Ну, пап! Это твой пропуск в волшебный, непредсказуемый мир книг. Повелитель страниц. Ой. Я фэнтези. Да, это приключение. Они все так говорят, сынок. Я все слышу. Твоему сведению, я классика. Мы у Баскервилей. Загляни. Выведи меня отсюда! Могу я быть чем-нибудь полезен? Меня зовут мистер Хай. Я эту бухту знаю как свои 5 пальцев. Чего ты ржешь? Смотри, он улыбается. Мы еще в библиотеке? Дружище, ой, непорядок. С библиотечной книгой так нельзя. Я святыня. 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 Малыш, выручай его. Долговязый Джон Сильвер. Да, малыш, он самый. Ужас! Какой? Ты случаем не за моим сокровищем пожаловал, а? С днем рождения! Oops.